все мои хорошие, вы на канале «Все для женщин», с вами Хелен. Сегодня у меня очень вкусный рецепт приготовления тушеной капусты с мясом и с овощами. Мясо у меня вот такая свинина, мелко порезанная. Это я покупала уже готовый свиной гуляш. Вот я решила его использовать в качестве, значит, добавки к капусте. Также я взяла средний вилок капусты, одну морковку, один помидор, одну луковицу и по половинке перчика желтого и красного. Также мне потребуется соль по вкусу, перец по вкусу, всевозможные травы, какие у вас имеются, и растительное масло. Готовить, значит, капусту я буду вот в такой большой сковороде глубокой. Капуста получается очень нежная, очень вкусная, так что советую вам приготовить. Ну а сейчас приступим к приготовлению. Перец нарезаем не сильно мелко, чтобы, знаете, у нас были вот такие кусочки перца. Сильно мельчить его не надо. Помидор также с вами режем на такие небольшие долечки, на небольшие кубики, вернее. Ну, примерно вот так. Сильно не мельчите. Тогда и помидоры, и перчик в капусте будут смотреться очень красиво. Также нарезаем лук сперва полукольцами, а потом еще на небольшие кубики. Кстати, эту капусту, друзья, я называю быстрая капуста, быстрого приготовления. Она готовится очень быстро, без всяких заморочек. Но и от этого она не становится менее вкусной. Наоборот, очень даже морковочку вкусная. Натираю на крупной терке. Морковку натерла. Сейчас буду готовить мясо. В сковороду налила растительное масло. Оно у меня уже накалилось. Сейчас добавлю мясо. Обжариваем мясо. Нарезаю капусту. Капусту тоже не надо слишком мельчить. Готовую резаную капусту немножко просолим слегка и слегка ее помнем. Так, мясо у меня готово. Я добавляю к мясу морковку. И добавляю резанные овощи, лук, помидоры, перец. И слегка все это тушу вместе с мясом. Не забываем солить по вкусу. Как только слегка поджарилось, значит, мясо вместе с овощами, добавляем капусту. Я капусту ложу обычно в два захода частями. Сейчас положила, перемешаю. Она мне немножко протушится. И я положу вторую часть. Первая часть капусты немножко пропарилась уже, потушилась. Сейчас я добавлю вторую часть. Также хочу вам сказать, мои хорошие, что не забывайте солить по вкусу и перчить. Ну вот, в принципе. Сейчас еще раз немножко перемешаю.
пусть она у меня дальше готовится, тушится, парится, пока крышкой не закрываю. Добавляю к капусте немножко прованских трав. Если не любите, можете их не добавлять. Но я добавляю. Перемешиваю. Прикрываю крышкой. И тушу на среднем огне до готовности, периодически помешивая. Ну вот и все, дорогие друзья. Капуста готова. Тушеная капуста с мясом, с овощами. Получилось просто объедение. Просто пальчики оближешь. Дорогие друзья, сегодня я приготовила очень вкусную тушеную капусту с мясом и овощами. Если вам понравился мой рецепт, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Я жду ваших отзывов в комментариях. Заходите ко мне в гости на новые видео. С вами была Хелен. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы меня смотрите. Я вас всех люблю. Всем пока-пока. Скоро вновь увидимся. Удачи!